перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Так. Так, ребята, здорово, привет. Марс, привет. Как ты, Марс? Зашел ненадолго, чисто перекурить, пообщаться. Выйти с кем-нибудь в эфир и уйти красиво. Давайте, подтягивайтесь. Давайте, сейчас кому-нибудь наберу. Так, сразу... Выхожу в эфир, сразу мне кто-то звонит, что-то пишет. Ладно, пофигу. Сейчас наберу кое-кого. Вот. Выйти в прямой эфир. Просто фигачит мне в WhatsApp. Да хватит мне в WhatsApp писать. Ёлки-палки, ну что же прорывает-то, когда я в эфире? С людьми общаюсь, блядь. Так, ну чего, кого набрать? Пишите, кого набрать. И типа, что мы будем обсуждать? Ну, без... Катя, привет. И что мы будем обсуждать, о чем будем говорить? Сразу по важным вопросам, без лирики, без всего. Сразу жесть, хардкор, личные вопросы. Я нервный? Я не нервный, просто вот реально, как только я зашел в эфир, сразу полетели ватсапы. Бум-бум-бум. Раф, ну чё, давай я тебя наберу. Сними трубку. Так, пишите пока, кому... Здорово. Не ешь камеру, это неприлично. Не ешь камеру. Ты где? Пишите пока тогда. Как я дела? Я тебя не слышу. Нормально, на 89-м этаже. Что, ты завтра готов к репетиции? Дело в том, что я с Игорем это обсуждаю, мы сейчас решаем. Ну, решите, пожалуйста, завтра порепетируем, о, хорошо. Это Раф, да. Наш клавишник, у нас в эфире. Все знаете Рафа, Рафу крикните в чатике. Раф, привет! Он крутой, он в Москва-Сити на 89-м этаже. Наконец-то это случилось. Наконец-то ты достиг этого уровня. Ладно. А что ты там делаешь? Я работал. На 89-м этаже в Сити ты работал? Да. Красавчик. Все, не обнял пока. Привет. Какая красивая девушка с тобой. Да. Молодец. Сразу видно. Общался со мной, слышал. Ну все, давай, братан. Пока. До завтра. Так, ну что, кому набирать-то, ребята? Я вышел. Так, давай поговорим с Моки, набери мне. Ну, давай, я тебя, конечно, наберу, но, надеюсь, нам будет о чем поговорить. Я хотел бы сегодня о чем-то реально поговорить, а не просто, как я звоню, и там, Смоки, что, альбом, песни, с кем, когда, кому, куда. Давайте о чем-то поговорим уже конкретном. Привет, Смоки. Привет, как тебя зовут? Андрей. Ну, спрашивай. Я хотел спросить, узарей... Сейчас есть новая школа и старая школа, угу. Да? Вот. И люди стараются, да, там новую школу, там что-то читают, да, свое. Да. Но они, по сути, лгут. Ну. А вот, ну. Да, честно, чувак, вот этот Янтрэп, я вот слушаю его, я понимаю, да. Что он красавчик. Янтрэп. Ну да. Да. Смотри, он красавчик. Базар, вот, нет, Янгтрэпа, я могу тебе сказать, что Янгтрэпа один из вообще первых, кто, типа, задал эту волну. Вот,
Я с тобой согласен. И он трушный чувак. Типа там, он там такой херовый чувак, там, ну там, лох, там, дебил, еще что-то. На самом деле, Ян Трэп, он читает его текста свои, как он живет, по да. сути. Я, кстати, не понимаю, почему он так и не вышел из тюрьмы, очень странно. Нет. Ну, знаешь, он должен был выйти еще в прошлом году. Я на вписке смотрел, да, он там в треке, да, там писал, да, там в тюрьме записывает чувак. Это первый чувак у нас, который, блин, живет музыкой. И вот я хочу, чтобы совмес у вас, чтобы был. Вот честно. Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, что, рад был пообщаться. Да, всем привет, окей. Всем дружным привет. Да. Все, пока. Так, в каких программах будешь участвовать? Где тебя можно увидеть? В ближайшее время выйдет несколько программ с моим участием, но вы увидите. Так, братья, я Ветер, отвечу на твои вопросы. Так, ну давай, Ветер. Выходим с Ветром в прямом эфир. У меня, правда, нет вопросов, но может он мне что-то скажет. Привет, я думаю, чем мы отличаемся от планеты? Чем мы отличаемся от планеты? Не понимаю. Так, ну вот, человек попросил набрать, не снимает трубку. Когда женишься? Так, странно, что спрашивает этот парень. Нормально слышу. Да, привет, Ветер. Как тебя звать? Меня Слава звать, очень приятно. Слава, ну давай, поговорим. Давно тебе шумел, вижу, как ты общаешься. Вот смотри, человек спрашивает, ну, что делать, как-то... если... Подожди, что делать, если хочешь умереть? Человек спрашивает. Важный вопрос. Я думаю, что нужно разобраться в себе. Один том. Короче, ты на ТНТ когда? Я не знаю, при чем тут ТНТ, и я не понимаю. Короче, по этому поводу, кстати, тоже хотел поговорить с тобой. Что скажешь про Джаман Ти? Джаман Ти, респект. Респект, Казахстан. Да, давай. Смотри, помнишь, что-то интервью ты давал подруге какой-то, такая шумоголовая? Я забыл ее название, не помнишь, что? Не помню. Мы смотрели с Моки. Ну вот недавно совсем, вы там в лимузине едете. А, я понял, да, я понял, да. Окей, окей. Да. Ты сейчас оборвусь на солнце. Да. Ну вот. Так. И сразу вспоминаются твои слова, когда... Не твои слова, точнее, а мистер Малой говорил. Мы хотим Смоки в телек. Помнишь этот альбом? Да. Планета 46. Вот. Мне, кстати, вот, насчет этого времени. Я твои старые начал штуки переслушивать, которых вообще никогда не слышал, как раз. На витамине А, если ты понимаешь. Смоки. Да, я понимаю, о чем ты. Вот. И... слова, вот это «Путь ковчег» и все эти «Поиск истины». Мы недавно начали обсуждать с Гой то, что, да. Вот это ты, может, видел, что Яндекс.Музыка сделали анализ о чем текста раньше, так. О чем сейчас. И сейчас новая школа – это, блядь, рваные джинсы, это жвачка, экстази и все остальное, МДМА. Ну, ты понимаешь, о чем я, правильно? Братан, ты люто зависаешь, у тебя с интернета. Ну, шляпа вся эта. У тебя с интернетом. Сначала... Да, я не обессу, сейчас ближе куда-нибудь сюда выйду. А начало 2000-х это был поиск истины. Понимаешь, я понял. Я понял. В чем вопрос-то? Ну, базар о том, то, что начал замечать, как ты сам... Ладно, созвонимся. А, значит, я не понял, что вопрос, но мне тут написали, что типа якобы у Мирона кризис, ты можешь ему помочь. Я когда с ним виделся в Питере, я сказал: чувак, давай встретимся, у меня есть чем с тобой поделиться. Но мы так, кстати, и не пересеклись. Я могу помочь ему выйти из этого кризиса, если, конечно, ему это нужно. Вот, потому что сам сталкивался тоже с какими-то такими вещами и что-то об этих знаю. Что-то об этом знаю. Вот, так, по сути, чел базарит больше старой школы. Я не понимаю, какой старой, новой школы. Вы придумали какую-то игру, в которую я просто не буду играть.
Я не понимаю этого разделения старой и новой школы. Мне вообще похуям на эти как бы какие-то там понятия старые школы, новые школы. Для меня есть настоящие, для меня есть фейковые. Все, для меня нет никаких там школ, не школ. Кори, привет. Мне иногда кажется, что ты живешь в Инстаграме. Но это нормально. Это нормально. Это нормально, чувак. Я тебя не осуждаю. А вот, поэтому мне вообще эти школы, хуёлы, вообще как бы, ну, типа, ребята, не рассказывайте мне про какие-то старые, новые школы. Есть трушные пацаны, есть те, кто какую-то хуйню втирают в уши, и все. Вот, поэтому тут там школы, не школы, институты, университеты, вообще, ну, не мажусь этой мазью. Привет из Киева, я тебе слона. Ты мне слона подарил летом, я помню, да, да, Уцума был, подходил, да. Спасибо, кстати, спасибо. Смоки, брат, Кривой Рог любит тебя, Кривой Рог, салют. Вот, ну еще не забывайте, что есть как бы рэперы, артисты, которые не претендуют ни на какую трушность, и поэтому им можно, в принципе, простить их поверхностное мышление. Потому что они просто артисты. Они не претендуют там на какие-то рэп, не рэп. Вот, поэтому все разные люди. Ну, как бы то, что сейчас вот эта старая новая школа, вот эта пластинка ебанутая заела, все, разделились снова. Раньше, типа, хип-хоп был отделен от других стилей музыки, там, ну, а теперь хип-хоп внутри хип-хопа разделился. Это полная хуйня. Не надо так делать. Не надо делить хип-хоп, там, старые, новые, молодые, там, такие, сякие, вообще. Кто нормально залетает, кто нормально WhatsApp. Мне фигачит. Так. Кто нормально делает, тому и респект. Ну, не будем делить. Ни на какие школы, фиголы, там, вот это, я вообще... Ну, я как шутку, конечно, это можно воспринимать, как угар какой-то. Олды, там, фрешманы, но по сути это все херня. Вот. Лучше родиться в свет. Кем бы ты хотел родиться в следующей жизни, меня спрашивают. А на Земле такие формы не рождаются. Вот. На планете Земля. Поэтому не могу ничего ответить тебе по этому поводу. О самообразовании пару вопросов. Ну... Это размытая тема, но, конечно, можем о самообразовании. Ну, давай, о самообразовании, человек хочет пообщаться, выйти в прямой эфир. О, давай, окей. Привет. Да, здравствуй, Смок. Привет, как тебя звать? Меня зовут Максим. Так, привет, Максим. Хочу задать пару вопросов. Вот старые твои треки, больше старые. Поднимается тема просветления, внутреннего познания. Может, посоветуешь какие-нибудь книги по этому поводу? Познавай себя просто сам, без книг. Можешь сам себя познавать без книг? Ну, я даже не знаю, что ответить. Познавай себя без книг просто. Познай себя без книг. Зачем эти книги? Это все это, ну... Читать просто, перечитать этих книг миллион. Одну я посоветую, еще 10 тех, кто-то еще посоветует. Так, сядь себя сам, познай, и все. Я понял. Хорошо, тогда до свидания, удачи тебе, Смоки. Все, давай, пока, всего хорошего. Так, ну что, кто еще? Давай, давайте. Так, кому набрать-то, ребят? Либо я пошел уже, если мне это общаться неинтересно, либо кому-то наберу. Тут пишут, какие-то грибы надо. Никаких грибов не надо. Все это шляпа, грибы.
Так, набираем. У меня знакомый в дурке после одной из таких книг оказался. Ну вот, пожалуйста. Видите, как некоторым людям опасно читать какие-то книги. Привет! Привет. Как звать тебя? Я зовут Вика. Очень приятно. Я тоже. Ну, спрашивай. А я зашла, просто видела, что ты выходишь в эфир, и написала. Я даже не знаю, что спросить. Просто знаю тебя давно и еще с Питера, когда там жила. Лично меня знаешь? А, нет, не лично. А, я понял. Ну, может, что-то тебе интересно? Да, слушай, вопросов никаких нет. Я просто периодически наслаждаюсь под твои треки. Очень уже много лет. Ну, ты счастливый человек. Да. Кто там с тобой рядом? Покажи. Молодой человек, который очень тебя любит. Смоги, я тебя разочарую, чуть она не одна. Короче, разочаруешь? Я жду альбом, капец. Я не разочарован. Я не разочарован. Все хорошо. Так, ну что, значит, вопросов нет, тогда обнял вас. Хорошего вечера. Когда альбом, ну ты каждый раз отвечаешь. Альбом я отдал. Скоро. Альбом. Братан, если бы я сам выпускал альбомы, назначал бы точные даты, то я бы владел Apple'ом, владел бы ВКонтакте и прочими площадками. Это хорошая активность, да. Но, к сожалению, они владеют, и даты ставят тоже эти люди, плюс там лейблы и все такое. Поэтому на данный момент я не могу точно даты ставить. Ну, плюс-минус пара недель. Плюс-минус пара недель. Прикольно. Мне нравится то, что ты делаешь. От последних два альбома прям зашли как никто. Да, спасибо. Прям, значит, и этот зайдет. Значит, и этот зайдет. Огонь. Это круто. Все, обнял. Будем ждать. Хорошего вечера. Все, пока. Все, сразу дальше. Кому набирать? Давайте сразу. Кому набирать? Кому набрать, кому набрать. Звони, есть вопросы. Ну, звоню. Набираем. Привет. Здорово, Смоки. Как Здорово. Зовут тебя? Меня Ярик звать, Ярослав. Понял, какие вопросы? Ой, да вообще, я даже, если честно, и не ожидал, я немножечко этот. А как вообще, ну, на Версусе? Так. Тебе понравилось быть? Мне понравилось, но больше участвовать в батл-рэпе у меня желания нет. Угу. А на Версусе офигенно мне понравилось. Ну, то есть сама обстановка? Вообще, все меня проперло, очень нравится Версус. И нравится участвовать в этом фрешбладе, но, типа, я даже себя там лишним не чувствую себя чужим, но, типа, это не мое просто. Как шоу, как, типа, торговать ебалом, но окей, как бы, я на это и, типа, и не претендовал. Но так получается, что мы там, типа, просто как эти, какой-то, каким-то самопиаром занимаемся. Но я все, что мог, пацанам там сказал, дал какие-то свои советы. И даже кто-то ко мне прислушался. Поэтому... Ну, а так, типа, батл-рэп — это не мое. Ну, да. Ну, вот Enrage, он, грубо говоря, земляк мой вообще. Ты тоже с Карасу? Рядышком. Там понял. Рядышком. Сейчас понял. Сам расскажу. Слушай, Смоки, а вот такой вот еще вопрос, если есть время. Как вообще относишься, ну, вот, к новой... типа вот новая школа, и как она там, я не знаю. Я, поскольку не разделяю на новую и старую школу, для меня все-таки ценные именно сами исполнители. То есть если чувак делает круто, какая мне разница, из какой он школы, я не понимаю просто. Школа, не школа, ну, главное, чтобы делал круто. А есть вообще возможность как-нибудь, ну, либо тебе отправить какой-нибудь свой материал? Я сам уже около 10 лет занимаюсь музыкой. Просто знаешь, в чем проблема? От того количества материала, которое мне шлют, я уже не понимаю практически, где хорошо, где плохо. У меня уже уши замылились.
Ну да, я представляю. И я уже просто не могу адекватно, как бы сейчас столько людей делает музыку и делает рэп, что я просто уже не понимаю, где хорошо, где плохо. Может, я ошибаюсь. Может быть, там, не знаю, может быть, это круто, а мне, я этого не понимаю. Может быть, это не круто, а мне, не знаю. Но ты можешь в любой момент прислать на почту. Почта у меня в этом... Почта у меня в Инстаграме прикреплена, в шапке профиля. Все, добро, я отправлю. Был рад очень с тобой пообщаться, конечно. Все. Как тебя найти в Питере? А? Как тебя в Питере найти? Так я же в Москве живу. А, в Питере не бываешь? Ну, бываю, но редко. Ну все, добро, салам алейкум тебе, Санапы. Все, давай, пока-пока. Давай, счастливо. Так, следующий звонок. Важные вопросы, говорят. Давайте. Привет. Привет, привет, Александр. Привет. Очень рад, что присоединился. Слушай, не знаю, заранее извинюсь за свои, может быть, какие-то бестактные вопросы. Угу. Хотелось бы поговорить про Кирилла Толмацкого. Так. Какие-то мысли вообще по последнему альбому, который он представил на свет? Ну, у меня мысль одна. Почему вы только сейчас начали меня спрашивать про его альбом? Ему-то уже как бы с этого что, ни жарко, ни холодно? Нет, знаешь, у меня вообще в жизни, в детстве я очень... Ну, это был первый вообще... я посредством... его музыки вообще приобщился к культуре. Да, я тоже. И так далее. Понимаешь? Я тоже. А потом все забыли про него. И я тоже. Mm-hmm. Да. И так получилось, что, ну, сейчас, может быть, как-то... Но я считаю, что в любом случае не поздно о нем вспомнили. Честно, не поздно. И очень, очень сильно мне понравился последний его альбом. И мне кажется, есть какая-то общность, есть какая-то связь между вами в этом плане. Очень хотелось бы услышать твое мнение по поводу его музыки вообще в целом. Да, я опять же говорю, что обсуждать его музыку, когда его уже нет. А надо причем... было ее обсуждать, когда мы были вместе, когда мы там пытались что-то до кого-то донести, вообще не было. Никто это не слушал, не ходил на концерты. Вы спохватываетесь слишком поздно, понимаешь, когда человек уже умер, уже, там это все как бы, хороший у него альбом. Так ему же было бы, наверное, приятнее, когда он был живой, чтобы его люди поддерживали. Я-то помню, когда была там травля, когда все угорали над ним, и как он, ну, как он обламывался, я-то как бы тоже его помню. Знаю. Но... А по поводу альбома скажу, ну, нормальные вещи он делал, пытался донести информацию, ну, вот и донес он какую-то свою информацию, которую хотел донести, но, к сожалению, Смотри, почему к сожалению? Ведь мы, по сути, живы, пока жива нас память, если он оставил что-то после себя в Варшаве... Я не хочу... говорить, что мы живы, пока жива наша... Мы живы, пока мы живы. Без философии вот этой. Мы живы, пока жива наша память. Нет, чувак. Человеку важно, чтобы его признали при жизни, а не после смерти. Самому человеку. Это тешить свое самолюбие, что вот, мол, я такой хороший, я все-таки признал. Вот он умер, и теперь я его признал. Нет, ему уже это не важно. Он уже мертвый. Он уже умер. Поэтому но я он оставил после тебя. Я никого не осуждаю, просто и сейчас есть много исполнителей, от которых отвернулись. И не надо ждать, пока они умрут, чтобы потом говорить, насколько у них были охуенные альбомы. Не надо этого ждать. Просто, ну, надо расширять кругозор, там, потому что у нас все. Ну, по сути, люди же не виноваты, что они не слышали, не как бы... Не виноваты. То, что когда он был жив. Ну, просто сам факт того, что это произвело какой-то, да, сильный там повод, ну, об этом посмотреть на его творчество, там, не с другой стороны, а просто обратить внимание. Ведь он не занимался продвижением своей музыки. По сути, он делал,
Он просто работал над качеством, я как понимаю, да, для себя. Он работал над качеством, но не над продвижением своей музыки. Он, кто его знал, те и слушали музыку прекрасно. А сейчас обратили на это внимание. То есть я не думаю, что как бы... просто ты так говоришь, что как будто мы, ну, не знаю. Не в твой камень огород, но, ну, понимаешь, мне обидно с моей стороны, что человеку было важно, когда он был жив. И это, и важно было именно в тот момент. И сейчас много есть артистов, которым важно, чтобы их услышали именно сейчас, пока они живы, а не когда там уже похороны. Например. Очень много артистов. Ну, я что, какие примеры я буду приводить? Ну, я не знаю. Ну, обрати внимание на кого-нибудь, если есть. Ну, на Мезу, например, обратите внимание. Я не понимаю, чувак делает мясо, да? Несмотря ни на что, я с ним тоже долгое время уже не общался, но Меза делает мясо, мясной рэп. И я не понимаю, об этом нигде не говорят, у него нет там туров. Он, и, ну, как бы, и если я сейчас тебя спрошу, слышал ли ты его последний альбом, ты скажешь нет. Нет. Вот. Вот. Ну, послушаю. Называется... Теперь послушаю. Да. Да, вот. И он не единственный пример. Он не... Мне лично это непонятно, но я в жанре нахожусь, я все отслеживаю, ну, все слушаю, как бы, и понимаю, да, вот здесь круто, да, вот здесь это, да. Но мне непонятно, почему у нас, как бы многие люди пришли в хип-хоп, они думают, что они слушают рэп, хип-хоп. На самом деле нет, они следуют трендам. Они следуют трендам. Слушать Децла после смерти для многих стало тоже трендом. Это в тренде сейчас. Да, да. К сожалению, кого-то, кто живой, Мезу, например, это наша старая тоже туса, это наша старая туса, там, Меза, Децл, я, там, я не знаю, Димас, там, у нас была большая тусовка, и много ребят делало, если вот грубый пример, вот сейчас, который в голову пришел, это Меза. Потому что его вот этот альбом последний, «Парадис», отличный альбом, там 30 с лишним треков. И никто как будто и не слышал, не знает. Вот. Ну, я буду доносить то, что мне нравится, до людей. Ну, смысл? Сейчас просто как-то не модно писать рэп вообще со смыслом, да? Ну. А вот хочется все равно какое-то смысловое наполнение песни, смысловую нагрузку какую-то. В этом и есть рэп. Смотри, потому что все тренды занимает, практически все тренды, все топы занимает музыка, которая не имеет особого смысла. Люди монетизируют творчество за счет просто легкой поверхностной музыки, потому что в основном... публика, она не в рэпе, она пришла откуда-то, и она рэп воспринимает как поп-музыку. И как, если ты делаешь для массовой публики, ты зарабатываешь деньги, но это тоже нормально. Но все меньше и меньше остается тех, кто хочет смысл какой-то доносить. Все меньше и меньше, потому что в трендах, в топах, и то, за что получают люди деньги, реальные бабки, это поверхностное очень. Это там киси, миси, муси, пуси. Я ничего против легкой музыки не имею, против обычных каких-то там жизненных тем, там любовь, секс, там еще. Я ничего не имею против. Но ты же понимаешь, что именно деньги и этот этот бизнес вот этот, он и создает тренд на поверхностную музыку. И все меньше и меньше, да, людей, кто хочет донести. Ну нет, ну почему? Есть же там и Хаски, и Масло Черного Тмина, и ребята, ну я много могу перечислять, кто делает там с каким-то смыслом и интересно. Есть такие? Есть. И они постепенно тоже выходят в топы и задают свои тренды. Это здорово. Хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Нет, вот. Нет, и я стараюсь. Ну. Ну. Кстати, просто... и махнул рукой. Ну, как бы, да. Нет, серьезно. Я вот очень давно увлекаюсь, мне как бы почти 30 лет, очень давно увлекаюсь рэпом. Тебя слушаю вообще прям с самых-самых первых времен. Мне очень нравится твое творчество. Хотелось бы выразить тебе большую благодарность, как бы.
Некоторые песни твои я переслушиваю несколько раз, чтобы понять, почерпнуть из них, именно стараться понять тот смысл, который ты вложил. Поэтому, а это круто. Это я прям... пытаюсь упростить свои песни, чтобы как можно больше народу, да, они дошли до как можно большего числа. Если я начну писать сложно, вас останется 3 человека у меня в эфире, потому что это никто не поймет. Я специально упрощаю свое творчество во многом. Потому что я не могу себе позволить писать для какого-то узкого круга, там какая-то секта, ну, да, знаешь, только просвещенных. Я хочу, чтобы мои мысли доходили до большего числа людей. Я, ну, вот поэтому я во многом упрощаю, мне не стыдно это делать. Упрощать это не значит, что ты опускаешься в говно. Если ты упрощаешь, вот пишут в чате, не согласен, не согласен. Ну окей, не согласны, нет. Вот, но нет-нет, я могу, да, ну, например, у меня есть очень глубокий трек, называется «Дикий Запад». Ну, блядь, про него никто ничего мне не сказал. Ничего вообще не сказали. Но зато все мне сказали про там «Броня», там песня, там «Детка в твоих джинсах» и что-то есть для меня. Вся там трек, там лидер по стримам у меня там, ну... Ну, и вот, и я не понимаю, ну, как, вот как. Людям, значит, больше заходит легкая какая-то музыка, а сложные тексты менее заходят. Ну, я тоже работаю над своим творчеством, и я все как бы стараюсь порциями делать. Что-то легкое, что-то более глубокое, что-то такое, что-то сякое. То есть, как у меня башка работает, так я и пишу. Ничего не придумываю специально и ни на что не претендую, на то, что мне не принадлежит. А из крайних альбомов твоих, ну, например, 3, какой твой вообще самый любимый смысловой трек, в который ты вложил больше всего сил и смысла, энергии своей? Можешь? «Светлое завтра», «Дикий Запад», «Молодой Фрейд», yeah. «День первый». Ну, это действительно, это как бы... Ну, вот, например, «Светлое завтра» и «День первый» — это очень глубокие треки. Очень глубокие, очень, ну, очень там сильный посыл. Ну, типа... далеко не все понимают, о чем я хотел сказать. Помню то видео с прессом бабок, и теперь размышления о легкой музыке. То видео с прессом бабок. Ладно, был рад с тобой пообщаться. Удачи. Спасибо большое. Пока-пока. То видео с прессом бабок, это была такая затравочка, и очень много людей... Очень много людей клюнули на это. Привет. Вот представитель старой школы. Здорово, йоу-йоу. Здорово, старик. Как же здоров, родной? Нормально. Видишь, у меня все вопросы. Что, как, почему. Я даже и не знаю. У меня тоже куча таких вопросов, но я все-таки, блядь, надеюсь, что мы наконец-то с тобой, блядь, увидимся в этом году. По-любому. Ну ты что, ты уже в новой школе или еще в старой? Я же, как это, между небом и землей. Это, нахуя? Я не вижу смысла. Новая, старая школа. Все умные люди... Ты же сам знаешь, блядь, они все комбинируют. В этом и прикол музыки, что нахуя что-то как-то себя там... Старое, новое. Это что? Ограничивать. Конечно. Мы сейчас живем в такое время, что, блядь, старик, Ты что, где ты сам вообще? Что делаешь? Я сейчас приехал домой. Приехал домой, на районе нахожусь. Ты что делаешь? Ну, я как понял, видишь, на студийке сижу с Мадонной. Работаешь? Ну да, так что-то вон тут немного подписываю. Вот. Подписываешь? Подписываю, конечно.
Браски, что на выходных? Какие планы? А давай созвонимся, да пересечемся. Давай, конечно. Давай, конечно. Если что, завтра меня набирай. Можем там все-таки встретиться, кальян покурить, например. Например, неплохо. Например, неплохо. Старик, я, короче, Ну ладно, это я потом при встрече тебя. Да, хорошо. Давай при встрече все личные вопросы. Да. Все, да. Давай, обнял. Все, братка, давай, обнял. Давай. Давай, пока. Срочный, говорит, есть к тебе вопрос. Ну давай, наберем тебя. Привет. Привет, привет. Вот, привет. Как дела? Как вас зовут? Это у вас срочный вопрос такой, да? Ха-ха-ха. Да. Я понял. Как звать? Сами не знаем, как назвать. Меня Марьяна, ее Мария, ее Юлия. Марьяна, Мария, Юлия. Понял. Что за срочный вопрос? Как дела? А, вообще, вот это вопрос. Вы победили сегодня за звание «Лучший вопрос вечера». Дела. Кто-то пишет «О, моя бывшая». Что? У нас кто-то нет пишет, бывших. «О, моя бывшая» в чате, посмотрите. Нет, это не про нас. А, нет, перепутали. Мы хотим затусить с тобой. На, пошли тусить. Что сделать? Тусить, погнали. Тусить? Не, девчонки, я не тусуюсь, я серьезный взрослый мы человек. Тоже нет. Мы тоже нет. Вы сегодня 3 книги купили, да, новые? Сколько лет-то вам? Вы же маленькие еще. 21. Мы же маленькие. А, 21. Ну, тогда можно тусить. У меня есть ВКонтакте, друзья. Не отвечаешь? Друзья ВКонтакте? Ну, пиши мне, друзья ВКонтакте. ВКонтакте, ВКонтакте. Втроем, конечно, боюсь, меня не хватит. Ну, вдвоем можем, конечно. Да. Ладно, шутки шутками. Был рад пообщаться. Все, пока-пока. Спасибо, пока. Такие серьезные у нас вопросы обсуждаются. А вы шутите. Так, есть вопрос к тебе. Набери, пожалуйста. Надеюсь, это не «Привет, как у тебя дела?» там, вот это вот. Надеюсь, это правда серьезный вопрос. Так. Садится трубка. Привет. 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 Привет, привет. Слышно меня нормально? Да, да, да. Как тебя зовут? Угу. Меня Дима зовут, я из Ижевска. О, Ижевск, привет. Ну, давай серьезный вопрос. Привет, когда в Ижевске будешь? Не знаю, пока не знаю. Угу. Пока не знаю. Я хотел спросить насчет... Насчет вдохновения хотел спросить. Так. Как вообще? Последнее время что-то вообще ничего не прет, не вдохновляет. Ничего не могу сделать с этим. Не прет, не вдохновляет. Ну, да. Тогда тебе надо куда-нибудь съездить, отдохнуть. Как ты вообще справляешься с этим? Как у тебя? Вообще так. Да я не парюсь. Прет, прет, не прет, не прет. То есть, как не прет, значит, будет переть. Прет, так круто. Нормально все у тебя будет. Будет ладно. Переть. Заряжаю тебя. Пёрт. Ладно. Все, мир. Так. Поехали. Так, когда альбом, бро, я не буду хуйни спрашивать, пожалуйста, дохуя. Так, ладно, набираем. Так, ну пока девчонки победили с вопросом «Как дела?». Привет. Салют, слышно? Слушай, за песню Герман и Пат. Нечего за нее рассказывать, поэтому сори. Ничего не могу сказать.
И еще ты завис, поэтому на связи. Так, с Гусом общаешься. Кто такой Гус? Давай меня набирай, кто-то просит. Поехала уже жаришка. Так, ну что, кому еще набрать? А, Гусхидинг. Не, не общаюсь. Есть важная тема. Так, выходим. Все, давайте еще пару звонков, и я пошел. Эфир, конечно, сохранять я не буду. Нафиг надо. Привет. Привет. Как звать? Я... Диас меня зовут. Как? Диас. Диас, так, понял. Да, бро, я бы хотел вот сейчас в эфире нормальных людей сидят. Давай поднимем вопрос наркоты. Так, ну давай, поднимаем. Вот. А ты пробовал когда-нибудь вот экстази? И вообще, можно ли к этому привыкнуть? Я тебе могу сказать одно. Совершенно точно и уверенно. Вот просто проверено веками. Наркотики имеют три пути. Больница, тюрьма, смерть. А там уж дальше решайте, выбирайте сами, стоит ли вам пробовать, что вы хотите получить. Но пути только три. Да, абсолютно верно, бро. Вопрос. Да, спасибо. Все, давай, обнял, очень пока. Объективно. Все, пока. Да. О, села Сига. Так, ну что, кому еще набирать? У меня очень серьезный вопрос человек пишет. Ну давай, хорошо. Сегодня я набираю только тем, у кого очень отклонил приглашение. Молодец. Саня, набери меня, надо пообщаться. Так, про книгу «Разговор с Богом». Не хочешь поговорить? Ну, давай, можем поговорить. Давай по-братски касту обсудим. Так, смотри, почему Дима? Так, блин, все пролетает. Давайте что-нибудь обсудим реально. Кому что интересно. Ну все, теперь у всех, короче, серьезные вопросы, как я посмотрю. Как только я сказал, что звоню тем, у кого серьезные вопросы, все, у всех стали сразу серьезные вопросы. Ну вот набираю. Привет. Привет. Вот сразу видно, что, у тебя серьезнейший вопрос. Да, у меня вопрос. А как ты вообще относишься к творческому, именно к женскому рэпу? А как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня Ребекка. Ребекка. Я к женскому рэпу. Можешь звук убавить у себя? Потому что я себя слышу. Раз. Вот. Да, отлично. Я очень хорошо к женскому рэпу отношусь. Ого, круто. Спасибо за ответ. Все. Всего хорошего. Всего пока. Хорошего вечера. Спасибо. Так, вот еще на один серьезный вопрос я ответил. Что, будет еще? Все, давайте последний звонок, и я пойду. Давайте, ребят, последний звонок. Только вы пишите, о чем вы хотите поговорить.
Вот. Так. Кеймо. Зачем ты говоришь про три пути? Так, подожди, кто это меня спрашивает? По-моему, я тебя уже набирал. Ладно, выйдем еще раз. Сейчас я объясню. Сними трубку, я объясню тебе. Саша, можно что... вопрос? Ты ну, давай. Три пути, да? Так. Юля, выпусти звук. Смотри, три пути смерть. Что еще? Больница. Больница. Тюрьма. И еще что? А вот видео, где ты на всеобщее обозрение чертишь дороги и сидишь с какой-то девочкой на кухне. Вопрос. Нет такого видео. Нет такого видео? Нет. Давайте скину. Давай. Давай. Ну вот прямо сейчас в чат скину. Прямо сейчас. Нет, сейчас прям в чат я не скину. Ну а где? Откуда у тебя это видео? Оно с твоего видео. С какого? Оно с твоего видео или... Я не помню, где еще... Вы на Comedy Club сидите с Альбертом Кьюстонером. Так. Это, кстати, ее друг. Да, это мой друган. Вот. Тебе повезло. И там именно отрезок этого видео, где ты сидишь на кухне, чертишь, и что ты говоришь. На Comedy Club? Нет, не на самом Comedy Club. Именно какое-то... Я не помню, это видео какое-то было. Мифи дрочится. Ладно, бог с ним. Девочка или мальчик, кто ты? Мы Мифи дрон не нюхаем. Вы что, вы пьяные, скажите? Нас просто прет от жизни. Вы трезвые, да, вы хотите сказать? Да. Нет, вы выпили два пива. Три пива. Вот с двух пива вас так убрало. Пламя убрало. Мы адекватные. Ну, блин, ну почему? Выключай, пиарщик. Вы мне скиньте это видео. Я не верю, что такое видео существует, потому что, ну... В те времена, тогда еще камер на телефонах не было. Короче, тогда... было и было. Мариан, было и было. Хорошо, я тебе скажу. Хорошо, что не убила. И занесла в могилу. Все, девчонки, будьте трезвыми. Я понял. Так, ладно. Ну что, последний звонок кому-нибудь. Так, вот пишет help. Наверное, помощь нужна какая-то. Ну, сейчас. Может, совет какой-нибудь дадим? Серьезные вопросы полетели. Сколько же серьезных вопросов у людей накопилось. Привет. Привет, Смок. Привет. Слушай, вопрос такой. Угу. Почему на последнем альбоме у Диги тебя нету? Вы же вроде как бы с ним решились. Слушай, если бы я появился на всех последних альбомах с теми, с кем я решился, у меня бы не было сольного альбома. Нет, нормально. Ну, я понял тебя, как бы. У него просто единственное два года он его делал. Я ожидал как бы тебя там. Ну... Я, кстати, ему какие-то биты даже отправлял. Не знаю. Надо сделать, действительно. Надо что-то сделать. Понятно. На ближайшие релизы ожидать от тебя? Да, альбом. Классно, ждем. Все, спасибо. Все, пока-пока. Блин, позвони... Ладно, вот, наверное, это будет последний сейчас звонок. Так. Привет. Привет. Как тебя звать? Юля. Юля? Да. Хочу спросить тебя, как ты относишься к Барта и Бузова, как поет вместе? Кто-кто? Барта и Бузова. Что Баста и Бузова? Ну, вот они, их творчество совместное. Как тебе? А что у них есть совместное творчество? Ну, какая-то песня, там, Оля Бузова, тоже музыка. Не слышал? Нет. Я даже про это не знал ничего. А это в Самару ты когда приедешь? В Самару?
В Самару я приеду. Ты знаешь, что зависла? Плохо. Мы с тобой знакомы лично? Нет, к сожалению. Все, я понял тебя. Я понял тебя. Все, Самаре привет, большой привет. Слушайте хорошую музыку. Давай. Пока. Ну что, ладно, ребята. Вот Олег в эфире. Олег, дай я тебя наберу. Поговорим с тобой за новую старую школу. Олег, Олег, привет. What's up? What's up? Ну как? Ну как ты? Я-то ладно, ты-то как? Да я в порядке, братик. Приехал в Мадрид. О, круто. К Пёрпу. К какому Пёрпу? К Смок Пёрпу? Да, да. Вот сейчас жду его. Вот это уже уровень. Ебой. Чё, будете с ним трек делать? Не знаю, да я просто так приехал познакомиться с ним, пообщаться. Я на самом деле... Будет трек, не будет, мне как-то наплевать. Так просто он интересный, как личность сама для меня. Просто я хотел там спросить у него куча вещей там насчет Lil Pump, потому что, ну, то, что видео у него недавно вышло, то, что он продюсировал Gucci Gang трек и вообще все его первые работы Lil Pump. Вообще, ну, я и знал это как бы и без его видео, я знал то, что всему обязан, блядь, Lil Pump Smoke Purple, потому что он его как бы в рэп-гейм подтянул и научил... И научил много всему. А Lil Pump сейчас как бы очень хорошо себя чувствует. Да. И Перп сказал ему, типа, where's my money for... А, да, yeah. Серьезно? Такая уже да, хуйня то есть они, да, то есть они поссорились, как я понял. Но я, в принципе, это... Я знал, что так будет, прикинь. Я прям знал, что так будет. Я прям охуел вообще. Ну, ты-то как, братик? Главное, чтобы у нас такого не было, Олег. Бля, пиздец. Где мои бабки, Санек? Где мои бабки? Бля, да нет, я что ты... Да ты же знаешь, я... Бля, а вот сейчас я тебя вижу. В новый я или старый? Я между, брат. Я между. Я между. Я между, брат, я между. Я уже в институте по-любому, бля. Братух, когда ты приедешь-то? Когда приедешь? Я думаю... Хорошо. Я понял тебя. Я буду тебя ждать, брат. One love. Нормальные движухи. Так, давайте еще один звонок, и я пошел. Не слышно. Меня не слышно. А, у меня батарейка садится. Ребята, я пошел. Все, я пошел. Я еще вернусь. Всех обнял.